Преследовать уличного преступника до приезда полиции отважилась одесская пенсионерка. Благодаря решительности потерпевшей, напавший на нее грабитель задержан и предстанет перед судом. Днем на улице Жолье-Кюри в Суворовском районе у 73-летней женщины грабитель вырвал сумочку. Пенсионерка преследовала преступника до гаражного кооператива. Здесь, между гаражами, он жил в самодельном укрытии. Свідки події одразу викликали поліцію. По прибуттю на місце пригоди поліцейські одразу знайшли зловмисника, який сховався у саморобному наметі між гаражами. За вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Підозрюваний затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Триває слідство. Похищенные вещи возвращены потерпевшей. Задержанному грабителю 32 года, ранее судим. По части 2 статьи 186 Уголовного кодекса ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет. Отягчающим обстоятельством при вынесении приговора будет состояние алкогольного опьянения преступников.